как покрасить яйца на Пасху, чтобы потом любоваться ими. Иногда даже разбивать и кушать жалко эту красоту. Но ничего не поделаешь, традиции надо соблюдать. Да и скушать яйца лучше, пока они свежие. Существует огромное количество способов по покраске пасхальных яиц. Яйца в луковой шелухе с рисунком и узорами. Узорчики на яйцах нам помогут сделать различные листья зелени, например, укропа, петрушки, кинзы. Чтобы эти листочки нам закрепить на яйце, надо воспользоваться марлевой тканью или капроновыми колготками. К сырому яйцу прикладываем листочки зелени, предварительно смоченные в воде. Так они будут лучше держаться. Каждое яичко плотно заворачиваем в марлю или капрон. Концы туго закрепляем ниткой. В кастрюльку накладываем шелуху и яйца, полностью заливаем водой. Постарайтесь, чтобы яйца были полностью покрыты шелухой. Ставим на плиту и кипятим 10-13 минут. Сваренные яйца вынимаем из кастрюли, очищаем от марли и от зелени. И вот такая красота у нас получается. Для блеска можете смазать их растительным маслом. Как красить яйца зеленкой и луковой шелухой под мрамор? Мраморная красота получается при использовании все той же луковой шелухи и зеленки. Яйцо для окраски этим способом лучше взять белого цвета. Эффект получится более ярким и четким. Чтобы получился красивый мраморный рисунок, надо мелко нарезать шелуху ножницами. Чем мельче, тем лучше. Для защиты рук от краски оденьте перчатки. Возьмите марлю и порежьте ее на квадратики такого размера, чтобы в них получилось завернуть яичко. Берем сырое яйцо. Его надо сначала обмакнуть в воде, а затем вывалить в шелухе, чтобы она полностью облепила яичко. Положить на кусочек марли, хорошенечко присыпать кусочками шелухи и завернуть. Необходимо, чтобы марля туго стягивала наше творение. Хорошо зафиксировать. Закладываем получившиеся мешочки в кастрюльку и вливаем в нее зеленку, где-то пузырек 10 мл. Имейте в виду, кастрюля станет зеленой, поэтому берите такую, чтобы не было жалко. Добавляем воду для полного погружения выступающих частей. Также насыпаем немного соли. Ставим на плиту и кипятим 8-10 минут. Готовые яйца помещаем в холодную воду для остывания. Осталось снять марлю. Наши мраморные камешки можно смазать растительным маслом для блеска. Как создать узоры на пасхальном яйце с помощью риса и краски? Это интересный способ окрашивания, делается очень быстро и легко. Подготавливаем 3-4 красителя разными цветами. 1,5 стакана риса и уксус столовый 9%. Ставим на огонь варить яйца, ведь нам нужны уже горячие. Пока яйца варятся, нужно разложить рис по небольшим целлофановым пакетикам. Если у вас краситель в порошке, то его надо предварительно развести водой. Добавляем в него 1 столовую ложку столового уксуса. В каждый пакетик нужно вылить 2-3 ложечки готового красителя. Встряхиваем пакетик до тех пор, пока краска не окрасит весь рис равномерно. Сваренное и обязательно горячее яйцо положить в пакетик с окрашенным рисом. Плотно замуровать яйцо в рисе, чтобы оно нигде не выглядывало, и завязать пакетики. Оставить окрашиваться. Чем больше времени яйцо пролежит в рисе, тем интенсивнее и ярче будет рисунок. Радужные. Если немного покреативить, то на яйцах можно создавать радужный эффект. Понадобятся красители 3 цветов – красный, синий и желтый. Столовый уксус 9%, вода и картонная подставка для сушки. Яйцо должно быть уже сваренное и сухое. Лучше, когда оно еще горячее, тогда краситель лучше схватится. В отдельных небольших мисочках разводим красители. На 1 столовую ложку краски нам понадобится 100 мл водички и 1 столовая ложка уксуса. Сначала яйцо одной стороной под углом опускаем в красный краситель. Держим где-то 2-3 минуты. Вынимаем и сушим.
Затем другой стороной опускаем в краситель желтого цвета и также немного держим. Сушим. И, наконец, неокрашенную сторону засовываем в синий краситель. Так повторяем действие. Должно получиться яйцо с радужным эффектом. Полосатые. Сейчас нам будут нужны полосочки изоленты. Не забудьте надеть перчатки. Готовим кружки для красителей и разводим их. Берем готовое горячее вареное яйцо и произвольно наклеиваем на него полосочки изоленты. Если изолента широкая, надо порезать ее вдоль. Опускаем аккуратно в первый краситель на 2 минуты. Вынимаем и сушим. На место, где нет изоленты, еще наматываем полоски, окунаем в другую краску. Достаем, сушим и снимаем аккуратно изоленту. Получаются очень красивые полосатые яички. Таким же методом можно сделать яичко и в горошек, треугольнички и так далее. Красивый и нежный рисунок получается, если обмотать яички нитками. Поэкспериментируйте, вам понравится. Узорчатые. Для этого способа найдите разнообразные резиночки. Лучше, если они будут различной толщины. Окрашивание аналогично предыдущему. Берем емкости и разводим нить красителя. Одеваем на яйцо резинки различной ширины и в различных направлениях. Опускаем в емкости с краской, выдерживаем, достаем и высушиваем. Выходят прикольные узорчатые яички. В крапинку. Но тут все просто. Взять любую акриловую краску и щеточкой набрызгать на белое или уже покрашенное яйцо. Как покрасить яйца восковыми карандашами? Попробуем разрисовать яйца с помощью воскового карандаша. Если его нет, то используйте обычный воск. Нарисуйте на яйце эскиз рисунка карандашом. Или растопите свечку и уже расплавленным воском при помощи спички или зубочистки нарисуйте будущий узор. После чего окрашиваем его обычным методом красителями. Краситель не должен быть горячим, а то воск сразу растает. Любители порисовать могут применить всю свою фантазию и создать чудесные узорчики. В конце окрашивания воск аккуратненько сцарапываем или просто расплавляем. Как покрасить яйца натуральными красителями на Пасху своими руками? Чтобы покрасить яички натуральными красителями, потребуется побольше времени. Зато получаются очень нежные и красивые расцветки. Приверженцам всего натурального, несомненно, понравятся эти рецепты. Золотистый цвет получится после того, как яйца сварятся в растворе листьев березы, сушеных или свежих. Предварительно их надо заварить кипятком в течение получаса. Нежно-зеленый оттенок придаст шпинат. Его надо измельчить в кашицу и в ней одну минуту проварить уже готовые яйца. В розовый цвет покрасит вишневый или клюквенный сок. Нужно выдавить сок из ягод, отварить в нем яйца и оставить так на некоторое время, лучше на всю ночь. Шоколадно-коричневый цвет получится, если отварить яйца в чае или крепком растворе кофе. В этой табличке наглядно показано, что и как надо использовать, чтобы получить желаемые цвета. Как покрасить яйца свеклой на Пасху в домашних условиях? Конечно же, свекла поможет стать яйцу нежно-розовым. Один способ окраски с помощью свеклы отображен в нашей таблице. Нужно выжать сок, окунуть в него яйцо и оставить так на 3 часа. Не забудьте, чтобы цвет лучше держался, надо добавить в сок уксус. Для второго способа свеклу нужно измельчить. Порезать на кубики или натереть на терке. Для этого способа свеклу нужно измельчить. Порезать на кубики или натереть на терке. От этого зависят узорчики на скорлупе. Отвариваем овощ 10-20 минут. Он станет мягоньким и багрово-красным. Оставить яички в этой свекольной массе на всю ночь. Получается переливчатый неравномерный узорчик. Как оригинально покрасить яйца куркумой на Пасху? Чтобы получились желтенькие яйца, необходима куркума. Берем уже отваренные яички.
В мисочку высыпаем 3 столовые ложки куркумы и разбавляем ее кипятком. Добавляем 2 столовые ложки 9% уксуса. Все хорошо размешиваем. Опускаем в эту смесь яйца. Когда раствор остынет, перемещаем миску на ночь в холодильник, чтобы хорошенько все настоялось, а цвет закрепился и стал более насыщенным. Утром мы увидим красивые насыщенные желтенькие яички. Как покрасить яйца капустой краснокочанной? Как ни странно, но от обычной краснокочанной капусты мы получаем синенькие яйца. Давайте проверим. Нужно нарезать небольшими кусочками кочан капусты. Ссыпаем нашу нарезку в кастрюльку, заливаем водой и варим минут 20. Готовые вареные яйца кладем в миску и покрываем капустным отваром, предварительно его процедив. Чтобы получить различные оттенки голубого, нужно в одну емкость с яйцами и отваром добавить 1 столовую ложку соды, а в другую 2 столовые ложки 9% уксуса. Все оставляем минимум на 3 часа настаиваться. После нескольких экспериментов с погружением яиц в разные растворы и на разное время вырисовывается такая картинка. Чтобы получить насыщенный цвет с мраморным эффектом, не процеживайте горячий капустный отвар, а уложите в него яйца на всю ночь. Утром вы увидите красивый матовый цвет. Чтобы добавить блеска, смазываем растительным маслом. С древних времен крашеные яйца – это обязательный атрибут Пасхи. Даже если вы привыкли каждый год красить яйца одним любимым методом, то пришло время попробовать что-то новенькое. Подарите себе и родным весеннее настроение. Мы надеемся, что способы, приведенные нами с бабушкой специи, вам будут полезны.